Всем привет, дорогие друзья! Решил вернуться на канал. И первое мое видео, которое я выложу, будет мод на GTA 5. Это Toyota Supra. Итак, эта моделька очень шикарно сделана. Спортивная версия, впереди написано. Такие диски, все так круто. Так, может, давайте прокатимся. Может, вид от первого лица посмотрим. Так, ты куда идешь? Садись. Так. Мотора, слышите? Проверяем салон. Ну, по салону качественно так и сделано, сзади ничего обычного, вот спереди самое главное, все шикарно. Так, поедем. Тут наваливает она от души, конечно, только даешь газку, она уже во пошла. Так, снаружи посмотрим на эту модельку. Минус я вот заметил, то что вот при повороте колеса она немного задевает арку. Низкая машина слишком. А так вроде шикарно сделано. Вот, ладно, давайте на карте отметим Los Santos Customs и поедем туда, затюнингуемся. Вперед, вперед. Так, ну наваливает эта машина, конечно, от души. А, осторожно, женщина. Так, вот. Едет. GTA GT. Посмотрим еще, как она бьется. Так, сначала выйдем отсюда, а то еще. Не выйдем, потом отсюда придется дюкнуть, чтобы убрать. О, прямая. Давайте поднавалим и там где-нибудь. Движемся. У меня стоит госмод, то есть если еще у меня жизнь нет. Полный. Наваливаем. Дрифтует она хорошо, я вам скажу. Так, давайте. Сейчас и вот наш кастом. И врезаемся. О! Так, передок. Капот уже открылся, моторчик там хороший. Так, задний колен ударился. Бьется он хорошо. Так, дверь вроде не сломалась. Эта машина я тоже больше сломалась, чем наша дверь. Но вот сзади ударчик хороший. Текстурка пропадает, ну ладно. Давайте заезжаем. What miracle did you want me to perform? Тебе привет. Так, ремонтируем. А, тюнинга у нас и нету. Ага, ладно тогда. Пары делаем к ксеноновые. Ну, кстати, они даже незаметны. Так, номера, колеса. Посмотрим, какие, может, колеса не летят. Best tires on the market. А, крутойки зачем я поставил? Ай, ладно. Короче, она такая, какая она есть, и она прекрасна. Так, у меня есть мод. Давайте с помощью мода посмотрим. Может, что-то с помощью мода можно сделать. Нет, тоже ничего. Вот, ходите все пусто. Колеса даже нельзя делать. Можно турбо поставить. Давайте турбо поставим. Смотрим, как она турбо будет наваливать. Ох ты. Это, конечно, она наваливает от души. Можно и... У меня тут уже задан цвет на клавиатуре.
Можно поменять паровой цвет. Вот. Как вам этот цвет? Вроде прикольно. С белыми нитками. Читается. А, ох ты. Вот это мы разбили. Тогда развивать оно прикольно. Ничего не скажешь. Пары вроде вижу бьются. Давайте наваливаем. И об него. Да, ну вроде больше повреждений никаких, только вот. Так, визуально немножко царапки. Царапины. Так. Разгон у меня, конечно, жесткий. Так, давайте починим ее, чтобы наша поставица была целая. И я хотел поставить километраж. Как она у вас будет наваливать? Давайте. Уже сотка. 150. Давай. До 200. Да, 200. А, там 204 или 208. Так. Наваливает она от души. Еще раз починим ее. Вот, все хорошо. Так, навалим, куда глаза глядят просто. Ну, давай, давай. Ну-ка посмотрим, кстати. Эта моделька вроде сделана... О, твою. Моделька уже сделана из спортивной машины, так что нас должна, наверное, сфотографировать. Давай, фотографируй. Как там? Посигнали. О, давай, фоткай. Ну фоткай ты уже. Ну ладно, не хотят, не хотят они фотографировать нас. Вот этот фотографирует. Ну что ты на телефоне сидишь? Ты меня сфоткай. Эх, ладно. Значит, машинка у нас только для нас, она считается. Шикарная, для них это так. Старый век. Ну вот. А? Вон у нас карусель, поехали по прямой на карусели, поднавалим. Там проверим уже тест. Ну, давай, давай, давай. Сколько у нас там уже? 150. И 200. Люди, берегитесь! Вау! Это было мощно. Быстрее уезжаем, чтобы нас не заболеем. О, какие царапины какой-то стали. Это кровь их, не, да? Так, давайте ее починим. Выйдем с машины. И постреляем ее. Посмотрим, что она сломается, а что нет. Так, стекла. Стекла ломается. Передние тоже пары. Ну-ка, если вот... Да, сразу вся пара ломается, если даже попасть в любой уголочек. Так, эти стекла ломаются, ломаются. Колеса у нас пулестойки я поставил, но они тоже сбиваются. Так, вот задние фары интересны. Когда стреляешь вот туда сюда, она просто ломается, а вот уже фонари внутренние, они остаются. Их тоже можно еще раз так же разбить. Че вы боитесь? Так, если по машине, то давайте другое оружие возьмем. Калаш. Не остаются следы вроде как. Ой, о, здесь остаются. Вот. На крыше тоже остаются. Так, просто обстреливаем ее. Нет, на обвесе не остаются следы, а на самом кузове остаются. Блин, она сейчас взорвется, не, садись быстрее, чиним. А нет, зачем нам ее чинить? Точно, сейчас ее еще постреляем и взорвем, посмотрим, как это выглядит в первом виде. Так, на бамперах тоже не остается. О, здесь тоже не остается.
На этой двери почему-то, смотрите, не остается, а на этой остается следы от пуль. Так, давай, взрывайся, я посмотрю, как ты выглядишь в данном виде. Бегите, вы что? Убегай! Просто сейчас тачка взорвется, он сидит. Она тоже вон что-то. Больше не понят, все убежали. Ладно, давай. Взрывайся уже, там уже все горит. Все, что можно. И колеса, и мотор. Душераздирающее, конечно, зрелище. О, аж подлагал чуть-чуть. Так, посмотрим. Ну, моделька так нормальная. Кстати, все горит вообще. Весь, вся пристань. Сейчас и мы сгорим, наверное. Что-то еще взорвалось. А, у меня же исключена бесконечная жизнь, так что все нормально. Так. Ох ты, не будем сюда смотреть. 18+. Ну, машину взорвать, конечно, нормально. Все отлетело у нее, все, что можно было. О, денежки собрали. Так, давайте ее еще раз сделаем. А, модель заменена на Массакро, как я правильно говорю. Вот, она вроде в одном цвете. А нет, в разных цветах. Вот это более это прикольно. Она даже если вот турбину нам не ставить, она уже наваливает. То есть если вот так задумать, уже вот 150. Да я не нажимаю ускорение, ничего, вот 200. 206. 206 максимум. Все, 206 максимум у этой машины. Ну ладно, друзья. Наверное, будем заканчивать. Если вам понравилась эта машина, ставьте лайки. Если хотите еще каких-нибудь обзоров на машины, пишите в комментариях, подписывайтесь. С вами был Static Play. До новых встреч.